Теперь покатушки будут длинные, теперь можно хоть ехать в длинняк. Точно, километров 5 будет стоить еды. Мой друг Пенса бомбил только легально и курил только легалку, но под окнами все чаще были... Так, ребят, что, новое видео? Сегодня выезжаем кататься, сегодня покатушка будет намного дольше, чем как обычно, не 5-6 минут, а минут 9-10, это 100% инфа, если у меня камера не сядет. Но я катаюсь уже с пауэрбанком, я себе нацепил здесь пауэрбанк, в карман положил, зарядку вывел до камеры, короче, теперь все тут все нормально, теперь покатушки будут длинные, теперь можно хоть ехать в длинняк, такой небольшой, километров на 50. Что, сейчас, короче, прогреваем мотик и выезжаем кататься. Приятного просмотра, ставьте лайки, пишите комментарии, ну а мы погнали. Так, ребят, чё, короче, пока сюда ехал, да, нормально я так навалил, вы, наверное, еще и наблюдали за моим спидометром, честно, не хотел снимать видео такое, какое сейчас я вам скажу, но я, пока я ехал сюда, пришло в голову снять такое видео. Короче, если смотреть туда, вот тут за посадкой у нас там есть тупо прямая дорога, я сейчас хочу поехать тупо замерить максималку, сколько будет по спидометру. Не сколько я замерял по телефону, сколько будет по моему новому спидометру, который я установил месяца два назад. Вот по нему я хочу установить, короче, максималку, сколько. Я уже выжимал сколько, знаю сколько там максималка, но вы не знаете сколько. И сейчас я хочу поехать и проверить, типа, сколько он выжмет на видео. Обычно я думаю, то, что он врет, потому что я разгонялся на нем какую-то скорость. Сейчас на видео, наверное, когда появится замерять. Но я думаю, то, что он врет. Кто напишет, что не врет, думаю, будем верить подписчикам, чем нет. Короче, все, сейчас я снимаю красивые кадры и выезжаем замерять максималку. Ребят, давайте я, наверное, вот так присяду. Я не знаю, что вам там видно, одноземье, наверное. Короче, так как ветер дует. Все, я, короче, сейчас завожу мотик и выезжаю замерять максималку, так как охота тоже уже узнать и показать вам, сколько на спидометре. Все, короче, погнали. С места я не буду стартовать сразу, просто буду ехать потихонечку. И потом уже как включу камеру, буду уже давить вовсю. Надеюсь, у меня бензин не закончится от такой скорости, потому что там вообще очень мало. Ладно, все, погнали. Играет, вот видите, да, какой бугор? У меня еще и передних тормозов нету. Это вообще в жопу была, если бы еще стряли носом туда.
Так, ребят, я думаю, вы видели максималку. Это было 140 километров. Я, наверное, еще приближу на монтаже. Капец, дальше не стал ехать, потому что от ветра глаза слезятся, хоть я и в очках, но все равно через щели попадает воздух, и глаза из-за этого слезятся. Даже на очках осталось капля. Короче, четко, 140. Видос топовый, наверное, получился, но все равно это еще не конец. Я сейчас еще поеду дальше кататься и снимать для вас топовый контент. Пока не закончится бензин. Ну, конечно, такого не будет. Ну все, ладно, все, давайте едем дальше кататься. Сейчас поедем через одно крутое место, вы офигеете там. Там, наверное, через пруд поедем. Я не знаю, как это слышно, то что ветер. Ну да ладно, все, погнали. Меня не спасают врачи. Два силуэта в ночи. Расправлены крылья над этажами. Мы так любили любить с тобой, но мы снова падаем вниз. Ребят, там где я сейчас замерял максималку, когда ехал обратно, жестко сдувало с дороги, потому что я ехал против ветра. И это вообще жестко прям было. Снимал я кадров, понаделал фоточек, постоял немножко, отдохнул. Сейчас поедем дальше выжаривать. Едем сейчас в ДК, там, где мы обычно с вами летом всегда собирались и катать. Ну а сейчас туда и поедем. Вот, блин, ребят, сейчас качество монтажа картинки, я не знаю, камера хоть и та же самая, но все равно качество картинки совсем другое, оно какое-то приятное. Я пересматривал свои старые видосы и просто был в афиге, какое было качество дерьмовое. Сейчас я просто добавляю чуть-чуть цветокоррекции, которая влияет на качество, конечно же, и качественный просмотр видео без каких-то там всяких замедлений, дерганий, короче. Качество просто топовое сейчас, и тем более скоро, наверное, после Нового года я, может, куплю себе новую камеру, хотя это не точно, короче. Так что как-то вот так вот. Ладно, все, короче, сейчас едем в ДК, там еще постоим, посмотрим, что-нибудь там еще вам поснимаю. Холла, гитарсмена, сделал это снова. Лучшая дедачки, я появлюсь как супернова. Лоял to the streets, я лояльник. Мой день идеален, мы отдыхаем. Я главный режиссер, Вуди Аль. Я даю им то, чего так сильно не хватает. Все проблемы из-за того, что просто так болтаешь. Дежавю, опять скажу, там законы, с ними не дружу. Копы хотят знать, кто мой пак, но я им не скажу. Боже, сохрани. Короче, ребят, вот в этом месте, вот по этой дороге самые злые собаки вот здесь, возле синего двора. Вон одна сидит, вот она сейчас на меня по-любому будет кидаться. Не первый раз уже это было. Я вам говорил, а вы мне не верили. Короче, просто по этой дороге все лето, сколько мы проездили на пруд, у нас там дальше пруд, на котором мы как-то купались, она все лето кидалась на нас. Сейчас кидает, я не знаю почему, ну просто дебильная собака. Смотрите, у нас уже неделю тупо грязь. Блин, ребят, ну это просто сейчас топовый контент. Просто топовый. И я кайф получаю, и вы кайф получаете. Только намотал 10 километров, хотя я проехал, не знаю уже сколько, но я уже устал.
просто же, какой же кайф кататься зимой. Я не знаю, сейчас зима или просто ранняя весна. Я не понимаю. Просто на улице не так уж и холодно. Тепло, прям жестко тепло, я не знаю. Погода ясная, солнышко светит. Ветер, правда, то, что мешает. Ну, блин, и холодно то, что из-за ветра только. И, ну, не так сильно холодно. Да ладно, ну, блин, кайф такой. И у нас там еще вырубывают лес. Ой, лес, парк делает, короче. Там будет тоже такой же парк, как и с той стороны. С плитки, короче, я не знаю. Наверное, будет. Ну, блин, все же красиво зимой. Блин, это все убирает листья, блин, еще падают некоторые. Зима, блин, середина декабря, а у нас еще солнце светит. Это прям капец. Чтобы вы понимали, даже ментов уже целую неделю нету. Просто целую неделю я профукал, ничего не снимал. Только сейчас вот выехал уже на следующей неделе снимать. Просто сейчас снимаю пушечный контент. Это видео таким будет сочным. Эх, ребята, как же вам не передается это на камеру? Это так красиво. Ладно, сейчас поеду еще что-нибудь поснимаю. Потому что я не знаю. Я снимаю там, где молчу. Я не знаю просто, что подставлять, музыку какую. В основном, наверное, будут биты. Ну а там посмотрим. Все, ладно, короче, сейчас поедем дальше кататься. И посмотрю, насколько я уже наснимал. И если что, там уже, может, закончу видос. Ребят, просто жопа, охренеть, я ж не думал, что тут так настолько-то будет, оно-то в принципе не должно липнуть, но просто сюда неприятно вообще застрять здесь и остаться, особенно вот здесь, охренеть, жопу ведет. Просто как здесь проехать? Ёбаный. Блин. Я просто тупо не знаю, охренеть. Мотик вроде бы чистый. Там, где мы сейчас проезжали, там было вроде тоже болото, но что там чистый, да? Охренеть. Ладно, что, будем пытаться. Как-нибудь прорвемся. Хорошо, что камера снимает. Это... Блин, настолько приятно, когда контент снимается.
Это охереть. Это охренеть. На мой ботинок. Просто я в калюжу прям вот так ногой вступил. Твою мать. Охереть. Смотрите. Что это? Ё-моё. Просто жопа. Блин. Настолько это приятно, что она снимается еще все. Короче, ребят, все, на этом будем заканчивать. Видос уже и так затянулся на слишком долго. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. Черный палец вверх, второй раз говорю. Все, всем пока-пока.